Магазин самообслуживания «Любимые продукты» всегда готов радовать своих гостей интересными продуктовыми новинками и приятными ценами. На полках можно найти совершенно потрясающие товары российского и импортного производства. Праздником ассортимент магазина пополнился новогодними подарками и сувенирами. Сладости для детей, упаковки в виде елочек, Дед Морозов, домиков и сказочных зверушек. Можно выбрать упаковку с любимыми мультяшками и персонажами из игр. Если ребенок любит определенные конфеты, то советуем приобрести сладости, которые лучше сложить в красивую коробку, вид которой произведет на ребенка впечатление и вызовет восторг. В любимых продуктах можно выбрать самые разнообразные оригинальные жестяные упаковки, сундуки из дерева и санки из керамики. Такой подарок, как кусочек ожившей сказки, дарит ребенку самое главное в новогоднюю ночь – чудо. Также для малышей тематические наборы и даже шоколадные карандаши. Важным дополнением к новогоднему подарку станет символ 2015 года – коза, которая обязательно принесет удачу в наступающем году. Новогодний сладкий подарок можно презентовать не только ребенку, но и взрослому. Вкуснейший шоколад, мармелад, пастила, карамель и другие сладости, спрятанные в яркой красочной коробке, обрадуют любого. Для милых дам сладкие новогодние подарки нуждаются в особой упаковке. Такие конфетные наборы уместно подарить любимой девушке, жене, сотруднице. Начальник или партнер по бизнесу оценит шкатулку с приятным новогодним сюрпризом. Любители чая не останутся равнодушными к подобным наборам. Такой вариант презента можно назвать и универсальным. Он подходит для любого повода. И эксклюзивным. Содержимым могут быть элитные сорта чая. По вашему желанию, в любимых продуктах укомплектуют подарочную корзину на любой вкус. То есть вы сами подберете товары, которые красиво оформят. Раз речь зашла о сладостях, то заглянем и в кафе «Любимое». Это небольшое, но очень уютное место. Здесь можно насладиться различными десертами, попробовать разные виды чая и кофе, а также пообедать. Побалуйте себя и своих близких сладостями, которые не только вкусные, но и оригинально оформленные в тему вашего праздника. Вы получите не только сладкий подарок, но и восторг и радость ваших близких. Если разбегаются глаза и не знаете, какой тортик выбрать, то попробуйте его мини-версию – пирожное. Эти десерты отличаются не только прекрасным вкусом, но и оригинальным внешним видом. Уже сейчас вы можете заказать торт на новогодние торжества, если необходимо, приобрести фигурку, которая достойно его украсит. Торговый дом «Любимый» ждет всех анапчан в гости.